вот, парни, у них-то есть техника или нет? Да, да, есть. Какая? У них стационарная бэха и три, по-моему, БМДшки первых. Нихуя. БМД? Да, да. Давно их не видел. Где мы разгрешили еще один? В разрушенном здании голова вроде как торчит, а другое у деревянного стоит. Лег за заборчиком. Знаешь, зеленки еще маслята есть. Да, там за забором прям стоит, что-то смотрит бинокль. Убиваем или чё? Ты что, уверен, что снимешь, вали? Ну, как уверен, шоколаж. Он убежал. Ненавижу этот прицел. Спаун был, у них около дома палатка стоит, сейчас метку. Восклицательный знак дал. Какой-то пех на 200 за горой, одна голова только ходит за дорогой. Похоже на врага. Вижу, да, перебегает на 190. Бил. Готов. Хорош. В Панаме был? Повтори. В Панаме был? В горке. А где вы сейчас? Потому что разрывы были рядом с WhatsApp'ом. Блин, кто-то в зале сидит в кусту, не пойму. Сзади куст на 320. Слева от лэпа. Панамки, но в чем-то в коричневом. Да я тоже не понял. У нас, по-моему, панам не должно быть, да, сейчас. У нас с трубой. Кстати, где-то шел, нет? Рек, на связи? На связи, я с биноклем лежу. Вот сейчас четко за кустом от меня сидит. Присед, да? Да, тот за дорогой сидит, тот за дорогой сидит. Это он? Про него говорите? Да, 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 да. С трубой. Блин. Я не пойму, кто это, блин. Но он не стреляет. А, это вроде на. Свой. Черт, блять, а похож, что пиздец, блять, это. На горку шляпой. Очень похоже. Дельта. Дельта здесь, дельта. Что за пушка? Калаш простой. Он дыма откидывает. Он по нам работает. Хорош. Видели, блин? Да, убил, да, в горке, типа. Блять, ну пиздец они похожи, блять, вот дыга не похожа. Очень похожи. Я, блять, до последнего в прицеле держал. Кто вышел за горы, кто вышел за горы? Твои, да? Спускаюсь. Все, хорошо. Блять. Ну а с оптика еще говно, хер, блять, разглядишь. Ну это тот чел, да, был, который вот, который мы видели? Ну, видимо, да. Охренеть, блин. Это жопа, него, конечно. О, успели, блядь. Легай, лягай, пацаны. Так мы вроде прошли, нет? Она по КПГшками стреляет, хуйня, блядь. А по вам летит или нет?
Не, какой-то в жопу мира. ФНС, значит, страдает. Да не, она не осколками бьет, походу, не умеет стрелок стрелять осколками нормально. Но когда прилетим, узнает. Прилетит, узнаем. Она за нами вообще падает. Нет, куда ли отрабатывает, возможно. Это ближе. Ох, если получится, успеем пройти. Нет, слева от них. 160 от моей метки пех. Как далеко? Почти в упоре. 100 метров. За забором? Да, за каменным забором. Вижу. Вижу, кажется. Это в каске, в каске. Это враг. 85 дязим. Да-да-да. С РПГ. Убил. Это регулярка уже, если что. Обычно возьму. Убил теперь точно. 5-5 попаданий по нему сделал. А, блядь, раз пригодился. Забраться с пятнего пригодился. Ну, с ДВшкой за раз идти, давайте попробуем, конечно. Но опасно. Не-не-не, никто чё, я догоню, подожди. Капитан, прикрывай, я скажу так. Давай. Значит, где тут разложено? Дым, дайте туда мне его, на труп. Да не нужно, не нужно, ещё бэха загрится на дым. Да-да-да, не надо. Шайтан, 150 дальше за забором около леса, посмотри. Какое шевеление. Как далеко? Крыв 150. Только голова торчит. За дорогой? Да. Кто работает сейчас? Кто работает? Грек. По нему. Грек, походу, минус. Походу, мы их прошли. По мне! На 120. Знаю нахуй. Примерно вот. Дальше, ГП, дальше ГП. Больно, дальше. По греку работали от меня на сутки. Сверху по нам, блядь! Сука. Я больше не буду. У кого ГПшки есть? У меня есть. Мы рядом. У меня, у меня на 40. Дайте пару ГПшек на кромку леса. Скорее. Хорошо, хорошо. Еще чуть левее. Дай парочку. Но у меня последняя. Все больше нет. Это силы. А правого убили, который по файтеру херачил? Нет. Нет, он по мне с ОГшки пизданул, но промахнулся. Дамычи. Убил. По нам, Бэха! Ходим, Бэха! Нет, не по нам, не по нам, отбой! На 20 упала граната, 300 метров от нас, ОГшкой бил. Файтер, ты дым раскинул, когда потестил? Я кидал, приходилось. Мои-мои, вот где взрыв, там был РПГ-7, пуск по файтеру. С востока могут так. У нас или пехи с востока, или пеха, которые сложат. Там, с дома, вот. 140, дом, за домом Урал. За домом Урал, а не в доме. В доме второй этаж. Кто-нибудь в дом зашел? Это по кому? Подавил. Дом второй этаж, 140, правое окно около Урала. Урал или Шишига что-то стоит. Да, Урал! Вот туда можно ОГшку в этот дом, прям на второй этаж. Сейчас попробуем. Файтер, у тебя был пуск не семерка, а с РШГ. Я убил Понял. Его. Понял, спасибо. Можно попробовать справа от дома, вот между Шишигой и домом, туда вглубь отправить. Дом смотрите самый правый? Метку. Смотрите метку, мы самый восточный, может обойти сейчас, как мы шли. Дом Купить самый правый? Вышел! Да, правый, двухэтажный. Там один двухэтажный. Сейчас увидишь.
тут сижу. Должен спорить, да. У тебя гранаты кумулятивные еще есть? Есть. Все, хорошо, тогда я не стреляю. Сейчас мы его сломал дом. На востоке выстрелы. Тихо востока. Кто-то кувырок делает через бок. Где? Он говорит, типа, говорит, короче, они где-то лежат, рядом здесь, блядь. Так, они на востоке они лежат. Ну где-то 120 они лежат, я оттуда слышал. Надо уходить на свой назад. Уходите отсюда. Бля, пацаны, тут патронов урали, пиздец, для наших калашей. Заходите, берите. Перед нами ЕКшник там подходит, смотрите, к этому, к триггерку. А, вижу русский. В нашу сторону смотрит 340, соседняя высота. Гарантир. Примерно куст, камень, где? Вижу. Еще парочку. Бананка светка летит. А, да, я светка. Убил. Все, прорываемся. Наш стоит просто у елки в полный рот. Прям перед триггером. На двиге. Слышно. Кто работает? Я. Ранил одного там. Жетон бы посмотрел, кто это был, чтобы понимать. Там, если я подымусь, я прям на вершине. Ответка. Так удобно лежало. Правый бункер. Мы уже можем штурмовать? Конечно. Конечно. Ну все, я пошел. Справа там был один. У маленького бункера. Хорош, отомстил. Сука. Блять, норма, ёбана в рот. Задел, блять. Оставшиеся отрядники зачистили эти укрепления. А следующее укрепление взять уже не смогли, и союзных сил уже не оставалось. Поэтому миссия была проиграна. На этой миссии у нас была снайперская тройка. Мэтта мы отправили воевать, а с WhatsApp заняли позицию так, чтобы смотреть триггер, который мы должны были оборонять. А из-за большого количества бэху противника они совершенно безнаказанно уже подходили.
и мы искали позицию, с которой можно было удачно поработать. Бегает, блядь, с этого, со 186. Шайтан? Да. Не по тебе? Нет, ну, по-моему, по мне хочет попасть. Бункер или где? Не-не, вон, блядь, черный, ёпта. Лёг. Блядь, не вижу. Выше, ниже, скорее всего. WhatsApp. Да-да-да, вон он ползает, видишь, блядь? От скорее всего, выше, ниже. Кто работает, блядь? Ложись. Бэха по нам, похуй. А, вижу, ёпт. Ага. Сказал бы сверху. Это враг? Да. Огонь. Еще стоп, блин. Живой еще? Да. Все, попал. Хорошо. Севера-запада, возможно, к нам будут заходить. Чекни. С севера-запада? Мы, блядь, на северо-западе, я уходил. По большому кругу, поэтому, скорее всего, сверху с севера может заходить к нам.
Уже повсюду были вражеские бэки. Противник спокойно подошел к триггеру и зачистил его. Миссия была проиграна. Отличный способ следить за информацией на канале — это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.